В Кургане масштабное заседание прошло в областном культурно-выставочном центре. Качество домов, построенных по федеральным программам, аварийное жилье, реализация проекта здравоохранения «Дружественное ребенку». Эти и многие другие острые темы, которые касаются социально-экономического развития области, были подняты на мероприятии. Среди почетных гостей форума был руководитель Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев. Те темы, которые появились на форуме, они были не придуманы в тиши кабинетов. Они явились следствием большой работы, которую проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта. Они явились следствием тех острых вопросов, которые региональное отделение ставили каждый у себя. И в целом мы систематизировали эту работу, и результаты этой работы были как раз обсуждены на форуме действий. На Зауральском форуме действий была организована работа нескольких тематических площадок. Представители общественности и власти обменивались телефонами, договаривались о встречах и совместных действиях. Один из модераторов площадки по социальной справедливости Андрей Губин, сопредседатель регионального исполкома, отметил, что проблем огромное количество. Это вопросы, связанные с доступностью и качеством оказания медицинской помощи, с помощью инвалидам и не только инвалидам, но и их семьям в целом. В принципе, взаимодействие между специалистами, между системой ОМС, между департаментом и обычными пациентами. Главная цель намеченных действий – исполнение указов и поручений президента Российской Федерации. В завершение региональное отделение ОНФ подвело итоги своей деятельности за год и обозначило планы на ближайшую перспективу. Лариса Драгункина, Александр Мироненко, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру».